Взрослые и совсем еще юные зрители в самом сердце театральной мастерской, где историю рождают куклы. Вдыхают в них жизнь профессиональные актеры для того, чтобы представить на оценку ульяновцам известную многим сказку в современном исполнении. Как вы уже догадались, сегодня у нас праздник продолжается. И вот Юрий Владимирович сказал о том, что в течение года мы празднуем свой 80-летний юбилей. И, естественно, к нам в гости приезжают наши друзья, наши коллеги со своими лучшими постановками, только для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение вам, уважаемые зрители, и, конечно же, нам. Мы очень рады теплому приему и поздравляем коллег с юбилеем. У них юбилейный год. И, конечно же, мы желаем им огромных успехов, творческих успехов, прекрасных спектаклей. Конечно же, чтобы наши зрители увидели чудо и сказку. Это самое главное. И горящие глаза этих зрителей – это самое главное в нашей работе. «Семья для мамонтенка» – сентиментальная сказка, действия которой начинаются в Антарктиде. Мамонтенок появляется из оттаившей льдины. И, как и по сюжету всем известного сценария, первый его вопрос касается самого главного в жизни, пожалуй, каждого – родителей. А что это? Не знаю. Я первый раз такое вижу. И я. Бежим? Бежим. Здравствуйте. Здрасте. Вы мои родители? Нет. Неожиданное знакомство трех будущих друзей, которых объединит одна миссия – помочь мамонтенку обрести семью. Путешествия начнут с совета по сценарию всезнающего животного. А это кто? Вот, здравствуйте. Нашли. Чего? Нашли. Где? Там. Тише. Ну-ка, подойди поближе. Здравствуйте. А где живут слоны? Да, далеко за океаном. А как же так? А как я здесь оказался? Вопрос, ответить на который сложно. Найти родителей мамонтенку помогают обитатели Антарктиды, моря и Африки. У каждого героя свой характер, но даже существенные различия не препятствия. Через кукольные образы актеры показывают пример настоящей дружбы, взаимовыручки и важности семьи. Сегодня мы посмотрели удивительный спектакль о семейных ценностях, о том, как тяжело быть в жизни одному, и о том, что самые лучшие друзья человека – это его родители. О том, что родителей нужно беречь, заботиться о них, уважать, ценить. В благодарность от ульяновских зрителей искренние аплодисменты с пожеланиями актерам процветания и новых спектаклей.